Основная сложность, с которой столкнулись брандмейстеры, возгорание произошло в квартире на верхнем этаже. Такова была легенда учений. Во дворе очень плотная застройка. Пожарным расчетам сложно развернуться. Принято решение выводить людей через подъезд дома. 44.9, 44.91. Ситуацию специально максимально усложнили. Сегодня в Анапе более 40 многоэтажек. Сказался строительный бум последних лет. Сейчас застройщиков обяжут оборудовать новостройки специальными системами эвакуации людей с верхних этажей. Но огнеборцы должны быть готовы работать в любых условиях. У нас в городе имеется проблемная часть при обеспечении пожарной безопасности. Эта проблемная часть состоит из нескольких моментов. Первое. Это застройка высотными зданиями, 16 этажей и выше. На сегодняшний день технические возможности по эвакуации весьма ограничены. И на этажах выше 16-18 этажей в реальности просто нет лестниц, по которым можно осуществлять эвакуацию. Вторая часть – это подача водоснабжения. Водоснабжение тоже на высотные здания, если будет, опять же, отключение электроэнергии и повысительные насосы в подъездах будут не работать, то проблема пожаротушения тоже проблематична. Здесь решение нашли. На такие вызовы теперь выезжает специально оборудованная машина. Мощность ее насоса 60 атмосфер. Этого вполне хватит для работы при пожаре на самых высотных зданиях Анапы. В целом учения получили оценку хорошо. Очаг возгорания ликвидирован, люди спасены.